какая разница? Какая разница? Просто хозяева сейчас приедет вместо этого. А вот если оставить или уедет. Так это же не стоянка. Это стоянка. Ночная парковка. А где написано? А где написано, что это парковка? А что, не видно, что парковка? Здесь все хозяева места ставят, здесь все. А, ну, где это написано? Я тоже могу встать на светофоре и сказать проезд платный. Это суточный. Знаешь, понимаешь, суточный. Если сейчас уедешь, через пару часов уедешь, я тебе не буду деньги брать. Понимаешь, брат? Если до утра вас оставишь, я тебе буду деньги брать. Ну, я тебе тебя хотел сказать. А ты резко, где документ покажешь? Я тебе не говорил? Нет, ну это придомовая территория. Тут не должно быть парковки. По закону Российской Федерации. Знаю, что по законам это ты жильцы здесь деньги платят, чтобы машины смотреть. Если ты машину поставишь вечером, у тебя что-то не знаю, ты к кому приедешь здесь приедешь? А жильцы не против, никто не возмущается. Не против, они наоборот здесь все прокуратуры здесь все ставят. Ясно. Я просто спрашиваю, уезжать или. Нет, ну на ночь гости. А, гости на ночь? Потусоваться. А, покупка здесь. И потом до скольки уезжать будет. То есть, ну, а где чек получить? Нет, чек нету на ночь. Как? Чек нету, машину поставить. Не, ну официально, да, документы все есть? Да, есть. А я тоже здесь сейчас приеду. Нет, ну должен же быть и чек, и лицензия. А как, вот, как нет, так лиц, отдавать может, деньги? На, это вот только здесь или вообще вокруг всего дома? На весь дом? Да, да. А тебя хватает за безопасность на весь дом, чтобы ни колеса не сняли? Мне на парень там тоже есть. А, вас несколько? До скольки будете? До утра или что? Ну да, скорее всего. По 70 рублей. Нет, подождите, мы не официально. Почему не официально? А где кассовый аппарат, где договор? Документы, хочешь? А где хозяин? Едет сейчас. Ну давайте. Ну, едет просто. Это. Чего? Вот. Кроме, блядь, не водите, все же платят же, ничего не говорят. Нет, ну нет никаких гарантий, если я оставлю, если гарантия до 8 утра, я буду сам гарантировать. Я на машине буду смотреть, я сам. Удивительно. Да, я тоже видел сегодня сюда на работу. Места уже нет? Здесь много. Где там дальше? Да. Вот здесь есть, вот так вот. А кто отвечает за сохранность? У нас шины не снимут? Есть у нас хозяин. А где он? Нет, кто охраняет? Я охрана. На гости на ночь стояла, да? Ну да. Кто охраняет? Если хочешь. А если не хочу, можно просто? Вот там место есть. Где там? Так вот есть место. Это ж придомовая территория. Тут не должно быть ну платной парковки. Что? Что сам знаю? Я не знаю. Я знаю, что это придомовая территория. Если заплатить, ты поставай. Если надо, куда хочешь поставить, сам знаешь. Заставляют вот здесь. У нас многие мамочки с колясками идут к соседнему дому на детскую площадку. Пройти просто невозможно между машин. Они их паркуют абсолютно впритык друг к другу. То есть людям приходится подниматься по ступенькам вместе с коляской. И обходить вокруг дома, чтобы добраться до детской площадки, иначе просто никак. Я считаю, что вот это безобразие это нужно решать кардинально. Нужно или решить, или Думе, или я не знаю уже кому, чтобы ближе 50 метров к дому ночных стоянок вообще не было. Это не проблема нашего двора, нет. Это проблема города. Мы попросили один раз прокуратуру. На следующий день нам помойку поставили ближе санитарных норм. Так что, кому обращаться в этой стране, я не знаю. Никому не верите? Ни абсолютно. Никому. Ни городу, ни коммунистической партии, ни справедливой России. Никому. Никому не верю. Нет, ты в смысле сюда поставишь? Ты с нас деньги хочешь взять? Да. Сколько? 60 рублей. Если до утра, надо заплатить. Почему надо заплатить? Это придомовая территория. Ночная парковка здесь. А где это написано? Нет, не написано. То есть вот эти вот все, что здесь понаставили, ты все тебе ходишь?
То есть я в гости приехал, у меня нет выборов?